Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Навернул, и вы находитесь на YouTube-канале творческого объединения «Доктор Техник». И сегодня мы продолжим играть в Risk of Rain. Start single player. Будем играть за Enforcer. Тут есть название. Commando, Inform... Enforcer. Не могу так легко сказать. Как их интересно разблокировать. Вот это вообще узник получается. Написали бы хоть. Может, за определенный прогресс. Так, записываю я подряд сегодня. Так что, возможно, многих комментариев не увижу. Хотя видео уже выложено. Ну, предыдущее. Так. Иди. И ты куда полез? Ушел. Дальше. А это вот такой вариант этой карты я еще, если не ошибаюсь, не видел. Или видел? Но лианы были по-другому построены. Все-таки как-то рандомно оно генерируется. Не без этого. Mow them down. Сейчас заюзаем на ком-нибудь. Это, скорее всего, какой-нибудь домах, потому что пила нарисована. Вот, кстати, тоже вещь достается, но 40 монеток надо. Кто-нибудь появится, не? Давайте сразу тут появляйтесь. На 11 монеток я тем более все равно ничего не куплю. А, во. Чувачок. О, аж два. Давай. Эти ушел. Ну, убей меня. Они же не додумаются обойти. Ну и правильно. Ай, прошел урон, печально. Чё? Ты куда это проходишь мне тут? Далее. Ну. Вы чё? О, появился. Так. О, не, даже не встал. Что-то он какой-то слепой. Слепошары, там 40 стоило. Хорошо. Запомнили. Ой, а как с этими-то сражаться? Уродами, которые сверху лезут. Попробую в этот раз сделать, как вот тот вот самый лучший мой забег, как я вам говорил. То есть... собрать максимальное с этого уровня количество вещей. Ну это я попробую, а как получится уже. Быстро все равно с этим персонажем этого не сделать. Ну, я буду стараться. А, тут даже сразу этот босс. Давайте, знаете, я просто убью его сейчас. Пойду соберу ту вещь, потом сразу пойду его убивать. Единственное, что я не буду ждать этого. Ой, я не буду оставлять деньги, чтобы они не превращались в опыт. Так, сейчас проверим вещь. А, понятно. Она еще подскакивает. А, это типа бумеранг даже. Дрон. Все ясно. Атаковочный дрон, который мне не особо нужен. Уйдите. Уйди. Я вам что сказал? Свалите. Эх, как же они неудобно-то в этот раз поставлены. Опа, кто? Бэкграунд, кто это? Впервые о таком слышу. Серьезно. Я не читал просто его название, ясно. Оно же не заблокируется, да, правильно? Нет, заблокируется, но не все. Идите от меня, ой-ой-ой. Воу-воу-воу. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю. Тю-тю-тю. Опа, значит, будем так убегать. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты чё у вас?
много то так в обраточку. О, есть. Change to slow and damage enemies over time. Фух, я могу их за... Ой-ой-ой-ой, слоу идти, продамажить. Опа. Сел, отошел. Ты куда? Куда с другой стороны-то? А, я в две стороны могу стрелять. Или это дрон мой был? Ну ладно. Так, они пока еще будут появляться в любом случае. Уйди. У меня 270 монет. Офигеть. Полетело. Тут враги. Один. Ага, и его уже нету. Так. Я могу, то есть, их засловить и, ну, замедлить и продамажить с каким-то шансом. Причем это будет одновременно. Не айс, мне очень нравится вот эта вот снежинка, которая может заморозить. Она вообще хороша. Или не снежинка, а что вот в прошлый раз нам падало, что он очень хорошо морозит. Напишите в комментах. А еще, если у вас есть желание посмотреть, как я прохожу какую-то игру на прохождение, ну, тавтология, но все же, то тоже пишите. Я думал про Dragon Age, но нет, то чтобы однообразное задание. И Ведьмак тоже, у меня его желания проходить особого нет. Тем более, вряд ли прям на хорошей графике мой компьютер потянет, да и желания нет в него играть. Ага, понятно, тут надо этих убивать. О, ножик, прекрасно. Просто прекрасно, я уже доволен первым уровнем. То, что неизвестная вещь, ножик и активочка. Блин, активочки очень редко попадаются в самом начале. Мне просто свезло. У меня такое ощущение, что я больше ничего особо не вытащу. Наверное, так и будет. Что это вообще? Ладно, не хочу тратить на это время. Пошли сразу вперед. Вперед в бесконечность. Блин, мне так нравится эта игра. Она милая, прикольная и... Вот этот вот бэкграунд тоже просто очень занимателен. Меня радует. Я даже на него не всегда обращу внимание, но вот сейчас обратил внимание, шикарно. О, кстати, сейчас вот я их отравил. Чем что двойной дамаг может быть. О. Я вот не знаю. Нет, урон мне сейчас важнее. Та штука у нас была. В общем, голда во что-то там превращается, не помню. Была у меня уже такая вещь. Мне дамаг сейчас активочки важнее, чем шанс вернуться туда, где я поставлю меточку. Такс. Я надеюсь, в этот раз у меня не будет все так печально, как в прошлый. Кстати, можно на ту запомнить, что за 90 спрятана вещь зарыта, причем неплохая. Там по подсветочке они разные. Можно определять степень хорошей. Я рэди. Кстати, стоит в том же месте, где и в прошлый раз. Где босс-то? А, понятно. То есть мне к тебе просто без вариантов подходить надо. А, ну ок. Ну ок, я и так. Ууу! Уйдите просто от меня. Что-то у вас очень много. Опа! Не успел. Вот так вот вам всем. А вот прошуровать он мне... Не успел. А оно как-то странно идет. То ли в обратную сторону, что ли, я не понимаю. Оно все равно дамажит меня. Да? А, нет, меня дамажит тот другой. Я подпрыгнул и ушел. Шикарно. Так, попрыгаем чуть-чуть. Ага, все равно не попадает.
выцелил меня. Ну, давайте еще раз страйки. Попробуем первый опять по фасту сделать. Ну, я не специально в тот раз так сделал, но давайте фастом, потому что в втором уровне я сразу наткнулся на эту. Ну, я не понимаю, как это сделать. То ли очень много вещей нужно, то ли просто я хз. Но это надо как-то сделать. Но сейчас у меня практически получилось. Один раз я реально чуть ли не убил босса, но там было такое месиво, что мне просто уже в конце не дали до него дойти. Тут же все было намного хуже. Блок, ага, понятно. На нем можно открывать разные, как их, ачивменты. Давай. Что это? Выбегут эти, да? Опа. Да очень серьезно. Дайте мне тех догнать. Не-не-не-не. Ну а. То важнее мне, чем вы. Еще и это, которую не отблочишь. А чё, тоже что ли запускает? Да. Эти. Ну, чё вы, эти. Меня не радует, что в них практически гарантированная вещь выпадает. По крайней мере, мне еще ничего не выпадало, кроме вещей. Чё вот это вот делает сферка? Я не прочитал. Ну и меня сейчас надурили. Ничего мне не дали. Гады. Чё еще я могу сказать? Просто шмоты. Материализируйся. Сколько влезет. Я ж хочу фастом это закрыть, а ты тут. Мне так чуется, что она в другой части вообще карты. Штука. Да уйдите вы уже. Дамажит он, кстати, много. У него, ну, свой урон высокий. Ладно, надо тут посмотреть. Может, она там наверху. Что, конечно, было бы довольно странно. Но если это так, я отсюда уйду. Это будет печально сюда потом возвращаться. Да уйди ты. Ладно. На. Договорились. И чё, ничего? Печаль. Чё, тут сундуки все по 50. Врагов столько не нахожу, чтобы вам 50 монет приносить. Рано еще для такого количества врагов. А, чуть сбросил его специально. Ну, зашибись. 28, ну, меня натурят. Ну, вот в это я еще могу поиграть. Опа! Relay the bloom at detonate. Угу. Типа бомбу выбрасывает. Сейчас проверим. А, угу. Ну, недалеко моя версия ушла. А, я разворачиваюсь. А, я не в щите, я думал, я в щите. Эти? Где тут-то? Ага. Ой, чуть не это. Вы чё? Да. Back to main menu. Давайте попробуем за первого еще раз. С него я дальше всего отходил. Так. 17. Угу. В самом начале не получится. Ну блин, они меня очень обидели сейчас. Очень обидели просто вот своим вот этим вот недоброжеланием к моей персоне. То тем, как они меня просто размесили. А чё это? Тот не стал прыгать, а ты тут будешь прыгать, да? Офигеть. Вы, конечно, договорились. Не надо тут мне из ниоткуда появляться. Тихо.
Не, ну за него я могу, в принципе, первый зачистить полностью, и это будет для меня намного лучше, чем если я сейчас не буду его зачищать до конца. В данном случае. В том это было просто очень долго. Бы. Тут еще нормально. Сейчас пусть меня надурят. А-а-а. Heal quickly when standing still for... А, я могу быстро хилиться, если буду вот так вот делать. Раз, два, во. Вырастают грибы, я быстро хилюсь. Ну, это после файтов, и это для фастраннеров. Так что. Там магазин, кстати, был. И тут магазин. Впервые я вижу два магазина на первом уровне. Я покупаю юзабельную фигню. Все. I drop a lantern that fears and damage enemies. Угу. Что-то выбрасывает, что может дамажить врагов. Время. Опа. О, шикарно. Стойте там. Нормально. Дамажит вполне хорошо. 10 секунд же, да, работает. Все хорошо. Знакомая штука. Опять регенерацию мы подняли. Опа. Не надо тут так резко проявляться. Эть. Угу. Хорошо. Что это? Странный сундучок. Blinding damage. Dealing damage heal. А. Постоянный дамаг хилит меня. Я тут какой-то хил-забег уже делаю. У меня три айтема на хил. И один на урон. Ну, юзабельный. Хорошо, это не дрон, который призывается и хилит меня. А то бы я вообще сейчас просто кричал. Ну реально, столько... Это что за красная штука? Это от последнего, который хилит меня от ударов? Забавно. Красный шлейф, как будто я вампир. Там ничего про вампирский хил не было написано. Во, все нормально. Я уже думал, я не туда иду. Я просто к боссу уже хотел пробраться. Давай, боссик. Где ты? Кто ты? Колосс. Нормально, я его видел. Он медленный и бесполезный вообще. А вот так, я думаю, он еще и не добежит до меня. Подойти ближе, бросить эту фигню. И все. И дальше все будет просто. Элементарно. Да как же у вас много-то? В прошлый раз на колоссе вас так много не было. Ну, я могу хиляться, так что. Ну, в хорошей позиции ты встал, колосс, вообще. Не завидую я тебе. Так глупо помирать. Обидно, наверное, да? Безысходность, посмотрите в это лицо. Полный безысходность. Оно разорвалось. Move fast out of combat. А, типа, пока я ничего не юзаю, я бегаю быстрее. А вон магазин, про который я говорил. Если я не ошибаюсь, да? Я думаю, в магазин будет удачнее сходить, чем вот в этих сундуках испытывать свой лак. Интересно, тут можно как-то поднять предметами свою удачу на... Опять же, предметы, на то, что они выпадут. Если нет, то достаточно печально. В Айзеке это удобная штука. Да что вы, опять появляетесь? А, еще не прошло время. Что же я тоже. Ом, печаль. А, вот насколько я быстро. Опа. Ой. Вы чего? Серьезно? Да серьезно, столько попадало. Там еще не умерли. Ребят, вы меня огорчаете. Ну, тем, что вы не умерли, конечно. Все. Теперь нормально. Теперь я могу сделать вот так. Что это? Fire Spirit Bolts. Ну ладно, что тут? Хорош. Ага, угу. Еще хилка. После ур... я пропал теперь эту, теперь она будет меня усиленнее хилить. Два одинаковых предмета. Зашибись.
Но то мне не нужно, а это что дает? Ну-ка. Randomly freeze enemies for second. Нет, вот это лучше на данный момент. Давай. Drop many mines at your feet. Это типа... Как? А, не, это мне больше нравится пока что. Больше я денег не буду в тебя кидать, и все, больше я покупать ничего не буду. Успокоилась моя душоночка, да и мы многое вынесли чего. А. Ну, хорошее ускорение. По крайней мере, лучше, чем мне уже один раз падало. Бежим прям как флэш со шлейфом. Ну и с удовольствием бы обогнал скорость времени. И все бы тут быстро зачистил. Нашел бы выход к боссу. А прыжки не увеличились за счет скорости. Совершенно печально. Мне нравится наш забег по... О, это вот типа вот та... Вот тот фиолетовый ножик вот такую штучку дает. Забавно. Мне нравится. Даже очень. Хорошо. Побежали. Поползли, побежали. Прыжок. Ты резкий. Ить. Ушел. Начинается. Ну а не. Нифига себе урон. Изи еще. Я тут сюда на изи зашел. А мне надо срочно босса искать, иначе я отсюда опять не выберусь. Иначе все опять будет печально. Ой, как печально. Почему он не телепортался, пока был с напарником? Типа не хотел его бежать. Да вы прилетели, там враги есть? Или вы рандомно летаете? Так же, как фейерверк. Рандомно летаете, но если есть враги, летайте до врагов. Ну, допустим. Create a shadow. И что ты делаешь? Ты shadow фигня. На 15 секунд. Где ты? Где ты? Shadow фигня. Нет ее. Все понятно. Бесполезно. Или я так быстро убил из-за нее. Но я и там быстро убиваю за счет вот этой штуки. А там оно еще ЛЕ. Тут если оно ЛЕ, то только вокруг меня. А это не круто. На данный момент. Потому что хила она мне не дает с моего арта. Ну и смысл от этого. Ничего не дало. Хорошо, даже денег не дало. В обратку хотя бы чуть-чуть. Кроме сундучок. Рэп. Опять хил. Я могу так подставить и очень быстро выхилюсь, по идее. Да. Потому что у меня там несколько уже хилок таких. Если не ошибаюсь. Мериум начинается. Мне уже все это не нравится. А мне ауру дало. Хорошо. Ух ты ж, ребя... А, мне показалось, тут много врагов. А тут один ты усиленный. И все. Нормально. Мне сейчас тут смысл только рандомные арты покупать. Ну да, дабл дэмэдж. Норм. На данный момент вполне с моим уроном. Еще если у меня он удвоенный будет. Да. Закопанная. Ты-то куда? Вот куда ты? Я тебя скину. Ой. Ну. Вот. Вот так вам. Ай, скинул. Как идиот. Че, мне денег не... И фонарь я проюзал. Зашибись.
Не, просто стоять вот так вот, типа, хилиться я не смогу. Хороший тоже забег был. Думал спрыгнуть, но меня могло и внизу убить. Ладно. Ребят, спасибо за просмотр. И до скорой встречи. Удачи.